22 августа 2018 года. Сегодня у нас среда. Вот как пасут скотину по Теряевке. Вот овечки. И на машине пригнал скотина. Это на ерёму. В машине сидит. Ветер сильно сегодня, похолодало сильно. Он в машине, видно, шевелится, считает что-то. Вот как придумали. Машина у него отдельная, своя. У жены, отца. А вот наши идут на рыбалку. Первый раз доставать мордушку. Это идут Сергей и Виталий. А вот мы напротив находимся, это вот это вот участочек, на который покушается прокурор шибить, убрать. Зачем? Это... А, здесь, а везде крапива одна, она очень фотогенично выглядит. И там куча, вокруг развалины старых коровников, свинарников. И вот среди этих куча, огромная-огромная навозная куча от коров. От свиней-то. И мы вот подровняли, на этом месте ямы засыпали. И вот сколько просуществовал лагерь, теперь музей. Сбрело в голову, что будто бы это мы захватили землю. А что тут будет? Ничего никогда не было и не будет. Рядом там видно, вон они, другие. Там, вон видно даже строение. Ну, они шлакалиты. Никто не трогает, нас уничтожить надо. Вот Сергей, сейчас первый раз мордушку проверять будут. Зачем натягиваешь руки? Зачем? Я ребятишкам не разрешаю это делать. Не надо это. Положительная температура, еще ласточки не улетели. Сегодня их не видно, ласточек-то. Летают. Летают, ну значит, и... еще август месяц. Ласточек в предпальнике только вывела недавно. Там мордушка первый раз поставили. Ну, большое отверстие, я думаю, вся рыба ушла. Это много могло быть. Ну и погода-то не рыбная, так скажем. А потом я там буду показывать свою вот дамбу. Около 350 или 400 свай забили только. Вот какие сваи, мы их отработкой промазали, забили. Но андатры все равно. Благословите! Температура сегодня тут градусов, наверное, 15, больше нету, да? Меньше. Ветер, да, ну, все уносит, все тепло. Ну надо посмотреть. Ветер будет холодный, Игнатий, северный. Надо подумать, где ставить. Может быть, с лодки ставить можно. Поднимай горловиной сразу кверху. Сергей Павлович Пупков. Закаляется. А если ничего нету, будет еще и обидно. Смотри, чтобы рыба не вырвала мордушку из рук. Что-то лодку поставил. Ну иди помогай, вытаскивай. Ты еще стоишь, руки в карманах. Сам нигде инициативу не проявит. Тащи. Что там у тебя? Крупный гальян, конечно. Карасики тоже маленькие. Ну вот. Это первая большая. У тебя много ушло. Надо что-то делать. Сейчас, подожди, будем. Ты привел что-то, нет? Да. Ну так ты открывай и вываливай. Ну опять руки в карманах, Виталий. А как открывать-то? Ну как открывать? Развязывай. На той стороне. Сначала ведро рядом поставь. Заверни ее сюда, кверху, да, дырой. Иначе они туда посыпятся вниз. Вот так, все, ставь. У тебя бутылка-то с водой, нет? Смотри. Вон, развязывай ее. И высыпай.
Все, прям каждую минуту руки в карманах. Ну еще что так. Он мерз, ему некогда. И тут даже разговаривать не надо. Вот когда крещение шло, видел, как людям... Стой. Все. Ну почему не прижали-то? Сергей. Ну-ка, возьмите мешок как-то. Давай, вытряхивай. Ты больше хлеба не ложи, у тебя там поза глаза. Все. Уплыл. Ну, тряси его ладом. Ну, если все, то все. Клади туда обратно. Хлеба тогда ложи туда. За место. Ну, это все, поплыло дальше. Так, Виталий, ты будешь ставить мордушку? Ну, быстрее. Это, может, и по своей стороны будет. У-у-у, хлеба-то сколько. Половину туда больше не клади. Оставь этот хлеб. А нового не надо. Сейчас горловинку заделать надо, чтобы меньше. У тебя выплыло многое. Ну, крупненькие будут эти. Немного. Как же сделать, чтобы не раздеваться-то? Это только с лодки. А забрасывать ее так, это... Я не знаю, начни вытаскивать, она начнет зацепиться и порвется. А! Пошли ко мне. Он сам все сделает. Пошли. Он один поправится. Вы вытри руки, я тебе аппарат дам. Скорее. Руки вытри тщательно. На, держи. К воде не подходи нигде. Вот. Чтобы дождь, чтобы не попадал. Руку засунь. Смотри, я буду сейчас сам рыбачить. Сегодня не рыбное время. Смотри, как я делаю крючок. Вот, видишь как? Я под веревочку. Там кольцо, но я в кольцо не попаду. Замочек. Аккуратненько надо его. Замочек до конца довести. А теперь нужно... Нету, совсем нету. По полному ведру ловил. А сейчас не погода. Ой, карасик-то где застрял. Чего ж ты так не смог? Ну все. Что я дальше делать буду? Дальше надо застегнуть. Аккуратненько, не тянуть сильно. Мелочевка. Теперь что?
Ну еще тут ничего и нету. Ни разу еще так не было. Мешочек, но я туда кладу больше. Лепешка. Туда залажу, оно грязно, на рукавнике, это я печи делал когда. Вот, я отрываю помаленьку. И вот здесь, которая низинка, я туда загибаю. По две, вот такие вот. Вот так загибаю ее. Дальше. Вот отверстие, куда они будут заходить. Вот здесь вот, а вот эту часть я внизу беру, перегибаю и туда ее вдавливаю. Здесь точно так же. Помаленьку, лишь бы замануть. 8, а то мне 16 катышков надо сделать. Вот так. Вот она, я беру. Вот эту вот подтягиваю, сюда кладу, переворачиваю и теперь ее замазываю. Все. Вот она, видишь как. А что у меня здесь? Мука. Мука, кишки, которые чистили гальянов на кишках. Она запах имеет. Растительное масло. А раньше добавлял чуть-чуть халвы. Ничего себе, говорит. Ну а как? Вот это ведерко полное было. А сегодня ничего нету. Холодно, рыба ушла на глубину, а мы около берега. Как он ее ставить будет, не знаю. Никак. Тут можно простыть. У тебя что-то на работе есть сегодня, куда идти? Нет. Или дома считаешь, знаете? А я говорю вам, любите врагов ваших. В нашей книге «К истинному православию». Вот мы сегодня утро считали. Видишь, как вот беру одной рукой, перегибаю, руками затираю. А как, я не знаю, надо вот это отверстие выше было делать. А когда несу много рыбы, рыба тут, она еще вот так вот раз и вся вываливается. Пол ведра, наверное, здесь вот у меня высыпает. Я вчера он выдрал, видишь, сколько я выбирал и выкидывал она с сором. Рыба ушла, рыбы нету. А это, может быть, вчера еще вечером погода была получше. Может быть, там. Обычно я вот это кладу кусочки. У меня с собой бутылек растительного масла. Я туда немножко его брызгаю. Мало ловится. Карасик попался. Смотри, как он. Пошел. Он вырастет. А сейчас кого брать-то там? Нету. Маленько есть. Ну, ладно. Нет. Я тогда мордушку не отдам. Тут попало что-то. Я подумал, что совсем плохо ловится. Так. Сегодня масло неохота брать. У меня руки не мерзнут, а так. Вот задвижка. В прошлый раз бросил, а заткнул, видно, не очень. И она поплыла.
Я срочно давай раздеваться. Я раздеваюсь, а она плывет. Но я ее достал. Побежал за палкой. Вот, теперь вот эту же кашку надо горловинку вот сюда вот замазать. Самые горловины туда. Это мартушка неправильная, маленькая, нарочно. Вот она. Рыба пойдет и маленько промахнется, туда попадет. Конечно, это все плохо. Мордушка должна быть вот такой вот высоты, примерно больше. Если ее больше 2 ведра поймать. Большая затычка, она переворачивает его вниз. Вот она, грязь. Тут была другая затычка, но она хуже. Ну, маленько есть что-то. Я не знаю, как она ляжет. Поэтому мажу со всех сторон. Ну вот маленькая, маленькая, уж там жук плавунец. Видишь какой? Вот. Вот считай, две мордушки. В прошлый раз я принес, вот так вот было. Так еще пол ведра туда она наклонилась, а как сыпанула. Вниз, тогда ничего и нету. Иди у него, посмотри, что там. Серый котик ждал. Если бы как все... А он вот здесь вот был. В воду он не полезет. Ко мне он не побежит. Да они меня сшибут. Это никак нельзя делать. Никак. Кот очень хороший. Видишь, как это? Конечно, руки зябнут. Как ты ставить будешь, я не знаю. Видишь, что надо? Надо делать так. Если мордушка этой ловить, зайти два кола там забить, принести доски и спирт сделать небольшой. И спирт ставить. Я еще подумал, может быть, вот дерево, и вот на веревке как бы ее спускать, так жить она поднималась бы, спускалась бы. Нет, это оно ломаное, оно падает. Ну, падает. Оно сгнило. Вот оно, видишь, какое? Береги, чтобы по башке не съездило. Да, тогда... Как сделать? Надо придется потратиться, потому что еще только август. А ее ставить надо. Ну, вот в принципе, знаете, вот здесь это уже глубоко. Прям сразу. Может ее прямо возле берега ставить. Ну как ты ставишь? Она даже не погрузится. Ну, давай, у нее груз-то есть? Она
опять тяжелая. Вот, все, давай на эту. Просто хорошо бросить ее, и как ляжет. Надо, чтобы только она вот так не опрокинулась на горловину. Ладно. Давай. И с палкой будет. Ну, а как тащить? Ну, а тащить за веревку. Так она упрется в эту сразу, якорь-то упирается. Тебя рвать надо, ломать сразу ее. Нет, без палки. Другой веревочки тут у тебя нету? Нету. Придется ко мне в карман лезть. Быстрее пришивай. Ну, вот они не быстро делают. Понятно. Дождь, смотри, чтобы на экран не попадал. Ласточки, смотри, над поверхностью. Видишь, как ловят? А молодежь-то не знает, она может упасть в воду. Ласточек много погибает в это время. Нет, только отвязывать. А это что у тебя вот это? Это что значит? Это означает короткая. Так, у меня запасные рукавички. Еще нету. Я в этом вот ездил за границу. Карманы сделал глубокие. Дело, когда с собой все есть. Теперь это открутить надо как-то. Вот так, гляньте, ладно будет? Ладно, ладно, это лучше. Скорее, палку.
большинство веревочек. У тебя вообще ничего нет. У меня пары, три или четыре рукавичек только. Если у кого нету, чтобы сразу дать. Видел, как приспособился этот? Сидит в машине, пасет коров. В машине его дождь не берет, ни ветер. Завернет, опять в машину залез. Потеряевка что-то придумывает свое. Рыбу ловить на вышице. Ну вот такое, на такой зерно ты забросишь. Ну смотри. А, хватит? Ну кажется, конечно. Ну скорее это отворачивать надо. А отворачивать очень непросто. Потом надо приворачивать как-то. Опоздали мы. Как бы это было в июне. А сегодня ты что удивляешься? У меня первый раз только попалось. Смотри, из двух мордошек, Лиза, ты сегодня сколько поймал. Так что твоя это ни о чем не говорит, что меньше. Теперь надо как-то отвернуть. А как отвернуть? Ну, в перчатках она пойдет. Ну, в перчатках надо. В перчатках. Моя рвань. О, дождик идет, а. Вот еще перчатка. Какой у тебя нет больше детальки-то? Я эту завязку бросил. Попробуй еще. Какая-то железяка была. Карабин скользкий. Вот эту развернуть. Я не за что взять. Пальцы, ногти себе не жернешь. Что ты делаешь? Да. Ну, а ножницами вот так вот маленько. Нельзя ножницами. Сразу ножницы пропали. Нет, если вот так вот, Игнай Тихонович. Вот так вот. Вот так, эти стороны. Попробуй. Да. Вот эту сначала. О, давай. Еще. Теперь вот эту вот надо убрать. Еще тоже поверху. Ниже, пониже. Ну, держи. Эту развязал. Одну осталось. Давай.
может сгодиться еще. И сюда вот. Открутили. Палка будет нужна. Где-то спрячьте ее там под этой. Вон там. Траву. Так, надо... подождите, это не закрутилось. О, вывалилось все. Затолкай обратно. Смотри, вот я, собирай хлеб. Вот она сквозь падает. Туда. Завязывай здесь, оттуда просишь. Да. А зачем? Не обрезал, сейчас обрежу. Давай ножки. Вот это не годится, пока я обрежу. Отрезать можно? Да. Она вот эта? Да, да. Теперь я тебе там еще запасные держи на три штуки. Все. Хорошего Володя. Так, давай, где твой это? Томат, кидай. Давай, не бросать ее, а опустить. Держи за веревочку. Давай, сбегай бегом. Давайте вот так вот я ее. Нет, 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 это близко, близко. Нормально. Там кажется. В кустах ну, палка, Серега. Что вы видишь, палка моя? Прямо внизу в крапиве, а потом назад. Давай. Ну куда? Поверни той стороной. Давай сюда. Вот так вот, а ты держи за это. Можешь подпускать. Все, поднимай и опускай. Удержишь? Нет, за конец бери. Дальше, дальше, за конец, дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше два пуска. Кидай как бы. Все. Слава Богу, хорошо опустилось. Вот эту траву вверху опустился. Да. Да, так вот. Прямо вот туда завяжи узлом. Прям под эту. Вокруг травы. И петлей. Вполне подойдет. Поднись тот самый. Тут он крепкий стоит. Обхватывай. Еще не надо.
растение попалось. Здорово получилось. В воду-то не лезьте. И так и вытащи. Все, бросай. Отнеси мою палку. А в общем, ты пик положи рядом. Отнеси. Это в одно ведро, я думаю. Сложу. О! О, карасик! Вот так. О, карасик, блин, какой. Три мордушки, четыре, еще поймали. А не погода, погода. Рыбак сегодня не пойдет на рыбу. Вот я представляю. Все на этом. Я вам на туалет отдаю.